день скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день, и без чудес может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Ой, да, ой, кажется, успели убежать. Ой-ой, что же мы наделали? А то сама не знаешь. Знаю, окно снежком разбили. Это все из-за тебя, Коксик. Из-за меня? А из-за кого же? Кто сказал залпом по сосулькам огонь? Ну вот, как всегда, я во всем виноват. А вас, Шунь, там зубком вообще не было, я так понимаю. Ну да, тише, тише вы. Вон, тетушку Матильду разбудите. Ой. Она спит. Лучше было бы нам снеговика лепить, да, чем сосульки с снежками сбивать. Еще одного? Да их там уже целая армия стоит. Ой, а Енотыч видели, как нам погрозил из окошка? Да. Да, лучше б не видеть. Подумаешь, Енотыч добрый. Посердится, посердится, да и забудет. Нет, ну добрый-то он, конечно, добрый. Но на глаза ему сейчас попадаться не стоит. Это точно. Надо спрятаться. О, хорошая мысль. Ой, да куда тут спрячешься? Енотыч нас здесь быстро найдет. Да. А мы скажем, что нас тут нет. Коксик, не лучшее время для шуток ты выбрал. Дело-то серьезное. Окно это тебе не блюдечко на кухне разбить. Да я не шучу. Вот тетушка Матильда будет за нас говорить. Что? Ой, ну то есть я за тетушку Матильду. Я ничего не поняла. Я тоже, Коксик. Ну это неудивительно. Вы прячьтесь как следует, об остальном я позабочусь. Ну, ну слышите, идет же кто-то. Ой, прячемся. Давай спрячемся. Ну где вы? Ну выходите, выходите, сорванцы. Леонардовна, ты это видела, а? Ох, да, похоже, ты спишь. И глаза закрыты. А я не сплю. О, это у меня эксперимент такой. Я уже целый час с закрытыми глазами сижу. Ой, и голос у тебя какой-то странный. Это от эксперимента. Ох уж эти твои эксперименты, Леонардовна. Лучше бы ты побольше времени уделяла воспитанию малышей, а то из чего натворили? Да подумаешь, окошко разбили. Стоит ли из-за этого так волноваться? Что? Леонардовна, от тебя я такого не ожидал. Может, ты прикажешь их за это еще чем-нибудь наградить? Что, неплохая мысль. Ну, килограммчик мармеладных конфет в шоколаде был бы в самый раз. За одно окно один килограмм. Леонардовна, с такими наградами мы будем жить вовсе без окон. А, кстати, ты откуда про окно-то знаешь? Я только успел его картонкой прикрыть и сюда... А тебе уже все известно. Так я все видел. Ой, точно. Я все видела своими глазами. Закрытыми? Ой, я хотел. Я хотела сказать. Слышала своими глазами. То есть нет. Видела своими ушами. Ой. Так, так, так. Кажется, я кое-что начинаю понимать. А скажи-ка мне, Матильдушка, не здесь ли прячутся разбиватели окон? Нет, Енотыч, тут таких нет. Отлично, отлично. А можно тебе, Матильдушка, задать один научный вопрос? Научный? Задавай. Сколько будет 1 + 1? Похоже, 2 получается. А сколько будет 3 + 3? 4, что ли? Нет. 5? Тоже нет.
Ну, а кто ответит, тот получит конфету. Енот, шесть. Я тоже так подумал, так но не... Вот, так вот, значит, где вы прячетесь. Ну, выходите, выходите. А ты, Енотыч, нас простишь? Мы не хотели разбивать окошко. Честное слово, мы в сосульку метились. Ой. В сосульку? Ага. Эх вы, мазилы. Енотыч, мы обещаем, что будем тренировать меткость. Да при чем тут меткость? Вам надо тренировать умение думать о том, что может случиться в результате ваших шалостей. Мы постараемся. И еще, вам не помешал бы потренировать вашу совесть. Ох, как нехорошо обманывать. Мы больше никогда, никогда не будем. Ну что, прости, а никогда не будем? Нет. Обещаете? Обещаем! Что случилось? Ну вот, Леонардовну разбудили. Разбудили? Вот еще глупости. Я не думала спать. Так вы все знаете, тетушка Матильда? Ну, все знать невозможно. Скажем так, кое-что мне известно. И про окно? Про окна я неплохо осведомлена. Но чтобы рассказать историю создания первых окон, мне необходимо немного подготовиться. Да мы не это имели в виду. Тогда о чем вы спрашиваете? Да мы... Думаю, Шунечка, сейчас это уже не важно. А насчет окон я вам сам лекцию прочитаю на наглядном примере. Ну, если вы мне будете помогать. Будем, конечно. Ну что ж, тогда шагом марш за мной. Есть шагом марш. Пошли, вот и отлично. Мне никто не будет мешать. Ой, заниматься вязанием. Ой, Енотыч, а мы будем прощаться с ребятами? А? Ой, чуть не забыл. Молодец, Шунечка. Так, давайте-ка прощайтесь и вперед. До свидания, мальчики и девочки. До вечера. До свидания, ребята. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.